А я ведь говорил, что нужно было смотреть все фильмы кинематографической вселенной Марвел, ведь это, по сути, один сериал. И он тяжело поддается пониманию, если что-то пропускать. Халь Гидра. Завершился показ сериала «Локи», третьего сериала от Марвел в этом году. После долгой паузы студия нас решила буквально завалить релизами. Уже вышли такие сериалы, как «Ванда Вижн», «Сокол и Зимний солдат». Первое из четырех запланированных полнометражек в этом году – многострадальная «Черная вдова». Впереди нас ждет легенда о Шанг-Чи, Вечный и, я очень надеюсь, третий сольный фильм про Человека-паука. Да, и еще в августе стартует мультсериал «Что если?». Локи в этом потоке релизов пропустить не просто, а очень просто. И очень зря. Ведь, наверное, Локи – это самое важное, что сделали Марвел за последнее время. И раз уж мы здесь, то я постараюсь объяснить, чем же этот сериал важен, почему его нельзя пропускать и почему действительно стоит посмотреть. Обзор задержался именно потому, что сериал сложный. Начнем. Итак, Локи. Несмотря на то, что титульный персонаж погиб от рук Таноса в «Войне бесконечности», его временной дубликат из 2012 года, когда «Мстители» баловались машиной времени, сумел воспользоваться тессерактом и улизнуть. Однако его поступок вызвал разрыв пространственно-временного континуума, и на этот случай, оказывается, есть специальная служба — управление временными измерениями. Они существуют как бы вне пространства и времени и следят даже не за одной вселенной, а за множеством. В их функции входит охранять соблюдение предопределенного хода событий и при их отклонении вмешиваться и удалять всяких диверсантов и исправлять ход времени. Так вот, они хватают бога обмана, заковывают его в кандалы, конфискуют тессеракт и тащат на допрос. Магия тут не работает, да и обстановка странная. ТВА — это не герои по борьбе с временными ошибками, а по большей части бюрократы. В течение первого эпизода Локи все-таки пытается выкрутиться, используя свои ужимки и трюки, однако все же с него начинает сходить вся его надменная спесь после того, как он увидел конец собственной жизни в «Войне бесконечности» и смерть матери во втором Торе. Для него эти события еще не наступили, но он понял, что и для него вариантов нет. Более того, он и сам является временным дубликатом, который не должен существовать. На счастье Локи, его отдают в руки добродушному агенту Мёбиусу, который решает привлечь его к оперативной работе, чтобы тот помог поймать более опасного временного преступника. Казалось бы, что-то такого необычного, ну приключения, ну да, Локи, обаятельный злодей, у которого почти всегда какой-то туз в рукаве и который способен выкрутиться из любой истории. Но не судите предвзято. На самом деле этот сериал как раз ломает именно такое восприятие Локи и ломает его самого. Богу обмана приходится смотреть на себя со стороны и пытаться разобраться, а зачем это все? В чем смысл его жизни и жизни как таковой вообще? Персонаж, которого долгое время воспринимали как некого субъекта, который сплотил против себя мстителей и вечно портящий жизнь собственному брату, впервые предстает перед нами, можно сказать, обнаженным. Сериал «Локи» разматывает тот комок нервов, которым стал бог обмана, а потом его снова сматывает. К тому же этот сериал очень интересно смотреть, но тут есть и подвох. Каждая из шести серий не похожа на другую. Фактически перед нами шестиактовый полнометражный фильм, который то тяжело смотреть, то он вызывает смех, то слезы, а то такие пассажи прокатывает, что хочется налить стакан и пересмотреть эпизод. Так что, посмотрев пару серий, не думайте, что вы поняли, что за сериал перед вами. Более того, даже посмотрев 5 из 6 серий, не думайте так.
В этом, наверное, и состоит прелесть и уникальность сериала «Локи». Он меняет титульного персонажа, меняет наше отношение к нему, меняет отношение к сериалам и окончательно меняет будущее киновселенной Марвел. Помните ту сцену после титров второго Тора, когда коллекционер говорит: «Один есть, пять осталось». Вот с этого момента становится понятно, что в дальнейших фильмах так или иначе будет затрагиваться тема Камней Бесконечности, что в итоге и привело к Войне Бесконечности. Сериал «Локи» ломает само представление об устройстве мира, в котором живут Мстители, Стражи Галактики и все остальные. И становится понятно, что так или иначе мы будем сталкиваться именно с этим сломанным восприятием в дальнейшем. Это и порождает кучу вопросов, и ответы на которые нам еще только предстоит узнать. Увы, я не могу себе позволить более точной формулировки, ибо в этом сериале, что называется, просто вагон рояля в кустах, и это его основная движущая сила. Что касается самого бога обмана, то тут, как уже было сказано ранее, он меняется. Только вот сериал посвящен не изменившемуся Локи, а самому процессу изменения. И еще раз напоминает нам, что легких путей не бывает. Процесс исправления долгий и неровный. Ведь как и в жизни, быть добрым невыгодно, а злодеем страшно для окружающих. Но иногда оставаться гадом просто необходимо, даже будучи на самом деле героем. Отдельного реверанса заслуживает Оуэн Уилсон, агент Мёбиус, который становится наставником бывшего бога, и их уникальные диалоги раскрывают философию становления дружбы и смысла жизни вообще. Эти двое вполне могли бы вытянуть сериал дуэтом, но этого делать не приходится. Там куча других персонажей, и, к сожалению, я про них промолчу, ибо, друзья, снова спойлеры. Подводя итог, хочу сказать, что Локи — это очень важный во всех отношениях сериал, и очень, я бы сказал, смелый. Ванда Вижн и Сокол и Зимний Солдат, если честно, в разной степени, но не смогли вытянуть те идеи, которые хотели. Это не значит, что эти сериалы плохие. А вот Локи замахнулся на то, что в свое время и Танос сделать не смог. И таки смог. И что самое приятное, он не стал все выверять битвой добра со злом. Да, кое-где, конечно, сериал Локи не безупречен, местами он сваливается в театральный пафос вместо глубоких размышлений, но при этом на данный момент остается, скорее всего, самым сложным, что делали Марвел. Я посмотрел сериал в переводе и озвучке моего друга Бориса ВХСника. В очередной раз хочу вам порекомендовать эти озвучки максимально оперативно и качественно. Ну и, конечно, просьба поддержать и мои обзоры. Киновселенная Марвел только начала разгоняться в этом году, поэтому увидимся, когда увидимся.